полное описание и точно дата выхода 3 и 4 серии 8 сезона сериала «Склифосовский». 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 2 февраля. 3 серия. Почти все врачи уезжают отдыхать на горнолыжный курорт. Нина замечает, что Неклюдов ревнует ее к Брагину. Тем временем Костя вынужден справляться с непростым пациентом, поступившим в отделение, и бороться с неприязнью к новым ординаторам, которые не понравились ему с первого же дня. Павлова и Кривицкий продолжают конфликтовать даже на отдыхе, который, едва начавшись, оборачивается катастрофой. 4 серия. Марина не может дозвониться до Брагина и остальных коллег, идут поиски Павловой. Брагин осматривает Нину. Убедившись, что она в порядке, он отправляется на поиски остальных. Тем временем Ханин и Куликова оказываются в ловушке, отрезаны от всех. Марина продолжает бить тревогу, требуя помощи от спасателей. Напомним, 3 и 4 серии сериала выйдут на телеканале «Россия-1» 2 февраля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.